Рената Усатый открыто выступил против системы. За это его пытаются разлучить с родиной. А жители Бельск лишают законно избранного мэра. О ситуации в стране и о своих дальнейших планах Рената Усатый расскажет в интервью БТВ. Вопросы можно задавать по телефону 0-231-88-155. Присылать на электронный ящик btvsobakabtv.md или оставлять на нашей странице в социальной сети Facebook.